Андрей Лежнев из Украины одержал очередную победу. Наши поздравления, Андрей, ты впервые в Ингушетии. Какие впечатления, что скажешь о сопернике? Я впервые в Ингушетии. Надеюсь, не последний раз. Мне здесь очень понравилось. Я люблю горы. Здесь именно то, что мне нравится, и то, что, так сказать, для души. Также хотел сказать о сопернике. 10 месяцев назад в Сочи я проводил свой первый бой в М1. Ли Моррисон тогда проводил бой также. Я смотрел на этого бойца и думал, мне с этим бойцом еще рано биться. И вот прошло 10 месяцев, и я победил этого бойца. Уже провожу 5-й бой в М1 за 10 месяцев. Вот. Поэтому я хотел бы сказать, верьте в себя, работайте над собой. Вы добьетесь всего, так же, как я добился победы в этом поединке. Вы также всего сможете добиться. Спасибо. 5 боев за 10 месяцев. Ты действительно железный. Андрей Лежнев, Украина, Днепропетровск.